Забей ТВ, мы продолжаем беседы с Максимом Саблёй. А, Максим, такой вопрос. Сколько денег, по вашему мнению, должен потратить человек на вещи, чтобы хорошенько отдохнуть, скажем, забей баню? Здравствуйте, друзья. Максим Сопля. Я это где-то видел в кино. Я понимаю, здесь сарказм. Тихо, у меня камера трусится. У нашего микрофона встроена бритва, поэтому берем интервью и бреем Максима. А можно я еще Значит, отвечаю на ваш вопрос. Песочки позвать. Значит, отвечаю на ваш вопрос. А вы не представились, подождите. Да, я не представился. Какое же это упущение.